В каком мы месте находимся сейчас? А? Место какое? Панорама называется. Панорама. Остановка Панорама. Между Албеной и Золотыми Песками. Это Золотые Пески. Золотые Пески, короче. Здесь и пляжи видно. И вот вид на Албену. Пляжная полоса. Да. И час из гостиницы. Вот там порядок немецкий. Зонтики все в ряд. Море очень хорошее. Здесь очень чистое тоже море. Да? Да. Пляж хороший, очень широкая полоса. А людей меньше, чем, наверное, в Златых Пясах, да? Потому что... И меньше, чем в Варне, наверное, даже. Решили его испортить, как Золотые Пески испортили. Ага. Здесь сохранилось так, чтобы было и место, и гостиницы. Слушай, это самое, а тут разный муниципалитет уже? Албена и Золотые Пески, это разные мэры или кто там? Значит, Золотые Пески – это область Варны. Ага. Округ Варны. Понятно, а это? А это округ Добрич, такой город. Ага, он дальше? Бывший, старое название Добрича – это Толбухин, маршал Толбухин. Ага. Разбил турок. Вот памятник Ушакову, а вот само место. Сама бухта. Сама бухта называется она? Залив, в общем. Залив. А какой тут ближайший населенный пункт получается? Ближайший населенный пункт – это Болгарово. Болгарово. Вот здесь вот все происходило. А крепость-то вот эта, она осталась с того времени? Это, ну, сейчас мы посмотрим, но где-то средневековье. Вот здесь 70-е годы был случай, когда ветром сдуло лошадь с повозкой, с продуктами. Она упала туда в море, на камень. Ну, в общем, все кончилось хорошо, и лошадь спасли, и телегу, и продукты даже, да? Ну, продукты, они промокли. Ну. Промокли, да. Вот. Это что у нас считается? Маяк тут или что? А, чуть дальше маяка, это крепость Калякра. Калякра, то есть ей уже... Мыс Калякра и крепость. И лет ей уже сколько? 300? Но... 400? Больше? А, гораздо больше. Гораздо больше? Да, где-то 800-900. Да, что? Отсюда. Ветряки вот работают, за которые Спартак доплачивает эко-плату, которые должны наоборот снижать энергозатраты. А за них болгары платят. Не только Спартак, все платят. Все платят, да. Вот это экология такая непонятная. А там вот вдали Варна. Сейчас ее не видно, но в хорошую погоду видно.
Вот так вниз пусто. Masz. Tak się powinno mówić masz? Czy jak się powinno powiedzieć? Proszę, tatusiu, może być gdzieś koło do plecaka. Это мы находимся на самой восточной части Болгарии. Самая восточная точка Болгарии. То есть граница уже рядом. Ну, море это всегда.